Также в четверг губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию. На ней обсуждался вопрос реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В режиме видеоконференц-связи его провел заместитель председателя правительства России, председатель правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации Марат Хуснуллин. Одним из вопросов повестки стало рассмотрение заявок регионов на участие в отборе проектов для получения инфраструктурного финансирования от федерации. В итоге одобрены две заявки от Тверской области для ввода в инженерной и транспортной инфраструктуру флагманских инвестиционных площадок региона. Среди планируемых резидентов Эммаус и Боровлева компании сферы логистики, предприятия, производящие компьютерную технику, строительные материалы, продукты питания. Предполагается развитие производств, ранее принадлежавших иностранным компаниям. В частности, 100% локализацию на территории Тверской области производства современных железнодорожных кассетных подшипников. Планируется обеспечить площадки электро-, газо-, водоснабжением и водоотведением, к ряду объектов сделать подъездные дороги. Общий объем вложений в создание инженерной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны Эммаус и промышленной зоны Боровлева равен более 15 миллиардам рублей, из которых свыше 90% средств предполагается привлечь извне бюджетных источников.